Переправа Хатасы-Павловск готова к открытию. Напомним, проезд автомобилей планируют разрешить 21 ноября. Работы по обустройству переправы почти завершены. До открытия автозимника сотрудники ГИБДД и госинспекции по маломерным судам продолжат дежурство, а также фото и видеофиксацию нарушений на пока еще несанкционированной переправе. В данный момент проехало 8 машин, из них все 8 попали под видео-фотофиксацию. Нами также были проведены беседы с водителями и с пассажирами. Административная комиссия будет работать с завтрашнего дня.